К слову о ценовой политике на самые необходимые продукты питания. Их стоимость в Ноябрьске в основном ниже, чем в других городах и поселках округа. Причем зачастую цена значительно ниже. Цены на продукты питания специалисты отдела потребительского рынка мониторят еженедельно. Для этого во внимание берутся показатели почти трех десятков магазинов и отслеживается стоимость продуктов первой необходимости. Это мясо, рыба, молоко, кисломолочные продукты, фрукты, овощи и так далее. Всего 27 наименований товаров. В дополнение к этому местные цены, имеется в виду средний показатель, сравниваются со средней ценой на те или иные продукты в округе. И в результате анализа общей картины получается, что Ноябрьск – город самых демократичных цен на Ямале. Так, к примеру, в Ноябрьске минимальная средняя стоимость свинины. За килограмм у нас просят 179 рублей, тогда как средняя по округу цена – 260. При этом в Ямальском районе это удовольствие обойдется еще дороже – 410 рублей за кило. Куры в нашем городе уходят по 138 рублей 26 копеек за килограмм. Ниже цена зафиксирована только в Надыме и всего на 19 копеек. При этом средний окружной показатель – 166 рублей, а в том же Ямальском районе килограмм куриного мяса вытянет на все 212 рублей. Рыба мороженая в Ноябрьске, средняя цена 95,5 рублей, средняя по округу 109. И минимум обозначен в Тазовском районе 70 рублей за кило, максимум опять в Ямальском 158. Масло сливочное у нас 132 рубля за килограмм, в округе 210. Самое дорогое масло в Приуральском районе, где его стоимость зашкаливает за 285 рублей. А самое дешевое в Губкинском – 124. За десяток яиц ноябрьцы в среднем выкладывают около 49 рублей. Средняя по округу цена – 56. За литр молока мы платим порядка 44 рублей, в округе – 55,5. Дешевле всего молоко стоит в Надыме – около 43 рублей за литр. На растительное масло в Ноябрьске лучшая цена – 75 рублей за литр. В округе средняя стоимость литра подсолнечного – 93 рубля, а максимум 121 рубль по традиции в Ямальском районе. Капуста, к слову, у нас тоже самая дешевая. Кроме того, ближе к минимальным и ниже средней цены по округу в Ноябрьске стоят кефир, сахар, мука, рис, картофель и гречка. Выбивается из этой картины только хлеб. Булка из пшеничной муки второго сорта ноябрьцам обходится дороже, чем где-либо на Ямале – в 52 рубля. И это единственный ценовой показатель на продукты первой необходимости, где Ноябрьск в лидерах со знаком минус. И, кстати, этому есть объяснение. Дело в том, что есть постановление именно правительства Янао о том, что есть определенная наценка, должна быть на хлебушек. Угу. Но именно из этого списка исключен город Ноябрьск, город Муравленко, Новый Уренгой и Лабытнанги. Они работают по свободно-отпускным ценам. И здесь наценка не регулируется, так как и нету доплат, соответственно, на этот хлебушек у нас. Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, а также из пшеничной первого сорта у нас тоже дорогой. Он стоит на 15-20% больше, чем его средняя стоимость на Ямале. Кстати, когда местные пекарни начали выпекать социальный дешевый хлеб, он оказался невостребованным горожанами, потому что люди у нас привыкли к довольно качественным продуктам. И приобрести их можно еще дешевле, чем указано в статистике, если ориентироваться на определенные торговые сети. Ирина Потехина, Антон Владимиров. Новости нашего города.